91 года, стоячи ось тут на грузовику от белорусского телебачення. Мы тогда были... Я скажу зараз два сказы, и тогда приспеваю последний куплет, а тогда скажут мои сябры, с якими мы разом тут творили, голодали, нас первых сбивали люди у черной форме. Нас было 19, а их было 500. Але мы дожили до сегодняшнего дня. Чому я сегодня тут? Тому что за эти 3 месяца я не хочу анализовать, на какие сроки, с какими метами, кто что думал, как сказал певно Христос с апостолами, по плодах треба мерковать, что трималося. Мы не просто ходили, топтали асфальт и терлися, как каже один черный персонаж. Учора он сказал, пусть трутся эти сведомые, быстрее передохнут. Это городский фольклор. Але мы живые. Добро бачите, что сгадал его. Что вельми каштовно для меня. Мне 80 годов. Але я оптимист, тому что наши каштовности, которые берут початок от Туровского князства, Полоцкого, ВКЛ, БНР, и, когда глядеть 30 голов назад, когда появился БНФ, и то, что происходит сегодня, это континуум у белорусской истории. Будут спады, будут поразы, але когда есть каштовности в голове, пессимизму не будет. На этом я хочу закончить. Сегодня для меня свято встречення белорусской истории, белорусских громадян. Старый рух, мы уже старые, ну, как в народе кажут, старые корчи, и вы молодые, вы разумные, вы, как каже Колесников, невероятные. Хай себе, теперь уже черно... Я заканчиваю свой выступ. А пошлым куплетом песни, это Купаловская песня. И он выбирал жаунер, куда идти. Я приспевал, по одной пойти стежцы, заняволишься. Это туды у бок Орши, Смоленска. И тогда что сделал жаунер? Выбирал жаунер третью, другую стежечку, гей, 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 другую стежечку. Повела я на родную межечку, гей, 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 родную межечку. Все, дякую, живе Беларусь! Дякуй, 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 дякуй! Ну, нашу и наш народ! С Богом до перемоги! Это почварные люди, это не белорусы. И они не смогут нашу країну нечто здесь зробить. Наша країна існувала уже 91 году и будет існувати. И она в ваших мощных руках. Не дайте этим почварам знищить нашу країну. Я думаю, что мы не дадим знищить нашу країну. Живи Беларусь!